Хэлунцзянская корпорация культуры Чжунлан разработала партию культурных творческих и креативных продуктов, таких как блюдо с коронкой с изображением Большого театра Харбина, поздравительная открытка с изображением образа города Харбин, парусиновая сумка на тему северо-восточный диалект и так далее. Благодаря этим продуктам с креативным дизайном в первом квартале на ключевых предприятиях по производству креативных продуктов в провинции Хэлунцзян успешно стартовал производственный процесс. Объем продаж увеличился на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас дизайнеры напряженно работают над разработкой новых продуктов. Мы сейчас разрабатываем рисунки серийных продуктов на тему города сирени на основе старых и правосравленных китайских брендов. Они используются на упаковках продуктов, а также предназначены для товаров северо-восточного производства, таких как декоративные стерия, ароматизаторов в виде сирени и так далее. В прошлом году разработанный корпорацией Чжунлан логотип, символизирующий культурный туризм Харбина, отличался своим креативным дизайном среди более 100 продуктов в 15 городах Китая. Все разработанные продукты были использованы для популяризации образа провинции, как региона культурного туризма. Помимо того, предприятие, продвигая имидж Харбина, разработало серию культурно-творческих продуктов на тему «Влюбиться в Харбин», что позволило придать индустрии дизайна жизненную силу и использовать элементы территориального колорита. В харбинской компании декоративно-прикладного искусства работники занимаются разработкой и созданием туристических сувениров из соломы. Являясь научно-исследовательским и производственным предприятием по производству картинок из соломы с более чем 60-летней историей. Компания разработала различные образцы сувениров ручной работы, выполненных с использованием техники барурельефной, трехмерной и круглой резьбы. Бренд Майисюн был удостоен звания 10 лучших брендов культурной индустрии провинции Хэлунцзян.